Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом омолаживающей маски, которая прекрасно питает, увлажняет, освежает и тонизирует кожу. А еще эта маска за счет своих активных и стимулирующих компонентов помогает бороться с морщинами и с пигментацией. И чтобы сделать эту сильную омолаживающую маску, которая подходит абсолютно всем типам кожи, необходимо взять 1 чайную ложку крахмала, 1 чайную ложку таурина, 1 чайную ложку холодной кипяченой воды и половину чайной ложки масла, которое подходит вашему типу кожи. Я сегодня использую оливковое. А про омолаживающие свойства каждого компонента этой маски и про ее общее воздействие на кожу я подробно расписала в своем блоге. И ссылку на статью я оставлю в описании и в комментариях. Смешайте все компоненты до получения однородной консистенции. Вот такая вот по густоте должна получиться у вас маска. Но если вы любите, чтобы маска была немного гуще, то добавьте сюда еще немного крахмала. И потом нанесите маску на очищенную и сухую кожу лица, шеи и декольте. И под глаза эту маску тоже можно наносить. Через 20 минут смойте маску прохладной водой и нанесите на кожу увлажняющий крем. И делать такую омолаживающую маску необходимо 2 раза в неделю. А перед первым применением этой маски, пожалуйста, не забудьте сделать тест на аллергию на сгибе локтя.